изменения придут в ваш мир изнутри вас самих. Я есть Гуанинь. Я пришла. И в этот день мы вновь поговорим о вечных темах, о неприходящем. Потому что много в вашем мире всего суетного. Но крайне редко можно встретить то, что принадлежит вечности. И самое главное, чего вам не хватает в ваших жизнях, это чувство божественного, вечного закона, который присутствует во Вселенной и пронизывает всю Вселенную. Тогда, когда вы можете возвысить свое сознание до Божественного, вы отрываетесь от иллюзии и способны воспринять то, что неприходящее. Есть качество которые вечны и которые присутствуют внутри каждого из вас. И эти божественные качества вам следует отыскивать в глубине своих сердец и распространять их на окружающий вас мир. Вы ждете изменений в окружающей вас реальности. Вы предчувствуете грядущие изменения и ожидаете их. Теперь пришла пора понять, что все изменения, которые предстоят, придут в ваш мир изнутри вас самих. Для этого вам следует приблизиться к божественной реальности в вашем сознании. Тогда, когда вы сможете продвигаться внутрь вас, зайти в тайную обитель вашего сердца, Тогда вы сможете приблизить изменения в вашем мире. И это тот путь, о котором мы не устаем вам повторять. Путь, лежащий в ваших сердцах. Поверьте мне, не вовне вас произойдут изменения которые приблизят золотой век человечества. Эти изменения придут изнутри вашего существа. Все, что сейчас существует во внешнем мире, отвлекает вас от истины, лежащей в ваших сердцах. Удалитесь в тишину сердца, ощутите покой и блаженство вечности. Из этой точки вы сможете приобрести правильный взгляд на все, что вас окружает во внешнем мире. Поскольку я пришла в конце годичного цикла, моим долгом является дать вам представление о грядущем изменении. Вы видите, что энергия обновления начинает все активнее и активнее проникать в ваш мир, в ваше сознание. И вопрос заключается в том, насколько вы сможете преодолеть внешнее сознание и отдать предпочтение внутренним изменениям. Сейчас мои слова кажутся для многих по меньшей мере странными, потому что я говорю об изменениях, которые не видны простому человеческому взгляду. Я говорю о тонких процессах, которые происходят внутри вашего существа. И эти тонкие процессы оказывают на ваш мир гораздо большее влияние и воздействие чем любые внешние действия, любые проявления во внешнем мире, катаклизмы, стихийные бедствия, митинги и революции, войны и террористические акты. Все это является вторичным. И всего этого, можно избежать с легкостью. Если бы вы только взяли за труд внимательно читать наши послания и прислушиваться к тем советам, которые мы вам даем. Любое, самое тонкое движение вашей души, вызывает неминуемые изменения в физическом мире. И если вы испытываете состояние счастья, любви, умиротворенности, то вы оказываете влияние на огромное пространство вокруг вас и, возможно, даже на всю планету. Чем более тонкие божественные чувства вы испытываете, тем большее воздействие вы оказываете на окружающий физический мир. Этим объясняется, почему небольшое количество святых способно балансировать ситуацию на целой планете. негативные чувства и мысли также оказывают свое воздействие на физический мир. К счастью, из-за низких вибраций эти энергии не оказывают значительного влияния, так как распространяются на небольшое расстояние. И если бы эти негативные состояния сознания не владели умами и сердцами, подавляющей части, находящихся в воплощении индивидуумов, то их влиянием можно было бы пренебречь. Вопрос в том, что так называемое массовое сознание превалирует в вашем мире. И на данном этапе развития человечества это массовое сознание становится опасно для дальнейшей судьбы мира. Поэтому вам даются советы, как выйти из-под влияния массового сознания. Только отдавая предпочтение созерцанию вечности, раскрывающейся в ваших сердцах, можно избавиться от негативных энергий, слишком распространенных в вашем обществе. Неизбежны перемены, потому что они обусловлены повышением вибраций планеты в целом чем больше человечество будет отстаивать прежний образ жизни и прежние стереотипы поведения, опираясь на массовое сознание и негативное воздействие большинства средств массовой информации, включая интернет, тем более суровым испытанием может быть подвергнуто человечества в ближайшем будущем. И наоборот, если произойдут качественные изменения в сознании людей, скачок сознания в сторону божественности, то более гладко будут происходить изменения. Осталось только подождать, какой путь выберет человечество на этот раз. Много раз в прошлые эпохи, перед самыми суровыми испытаниями, которые проходило человечество, я воплощалась на Земле. И не только я но и многие другие существа света. Теперь я прихожу опосредованно, используя проводники нашего посланника. Но от этого ценность моих советов и указаний не становится менее значимой. Вам всем, Придется уже в ближайшее время сделать окончательный выбор, по какому пути следовать, по пути божественному или продолжать проявлять свою волю в отстаивании той дороги, которая ведет в никуда. Более ясно и конкретно, никогда не говорилось. Я пришла, и я предупредила вас в очередной раз. Последний ли? Я Есим Гуанин с глубоким милосердием и состраданием к вашим душам.